В лагерь «Янтарный» уже несколько лет по традиции приезжают воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Велес». В этом году на оздоровительной смене со спортивным уклоном отдыхают 90 девочек и мальчиков от 6 до 14 лет. В их распоряжении вновь построенные, благоустроенные, отапливаемые корпуса, столовая, спортивные площадки и спорткомплекс, игровые зоны. Все это в зеленом бору с целебным свежим воздухом. Это вообще, я думаю, будущая сказка, которую мы на следующий год доделаем до конца. Осталось нам совсем немножко. Вот. Но в этом году мы решили уже так вот немножечко его опробовать, посмотреть, чего мы можем. В основе своей это, конечно же, спортсмен нашего спортивного клуба, который занимается в Заозерном поселке, в нашем третьем микрорайоне Фоке. Вот. Их родители дополнительно здесь точно так же живут. В этом году, кроме тренеров, с детьми круглосуточно находится отряд вожатых. Помимо ежедневных тренировок, отдыхающие занимаются в кружках, проводят игры по станциям, поют, танцуют. В лучших традициях детям прививают навыки поддержания чистоты в комнатах. Ежедневно выбирают лучший отряд самого активного ребенка и наставника. Интересна тематика смены. То есть тематика стран, как будто бы у нас время остановилось, и вот из-за интернета, из-за всяких таких телевидений, из-за всего этого, люди потеряли свою национальность, нацию, они потеряли интерес, все традиции, обычаи. И в течение смены они должны их вернуть. За любое мероприятие они получают какую-либо информацию, и в конце они будут составлять книгу своей страны. Я в этом лагере уже как бы четвертый раз. Сейчас для нас придумали уже что-то новое. Для нас сюда пригласили вожатых, но они очень придумали хорошие программы. Тут очень вкусно кормят, здесь кровати очень удобные, тут очень красиво, очень хорошо. Здесь вожатые очень хорошие. Моя вожатая, она самая лучшая. Она очень интересные задания придумывает, очень интересные игры, она очень добрая. Здесь весело, здесь тренировки. Я подружусь с новыми друзьями. Мы ходим на мероприятия, танцуем, отдыхаем и занимаемся спортом одновременно. Мы ходим купаться, на дискотеку ходим. Вот. Здесь очень хорошо пахнет. В общем, природа. Сейчас в лагере отдыхают юные боксеры, акробаты и гимнастки. В планах у руководителей перевести «Янтарный» на круглогодичную работу. Тогда здесь смогут отдохнуть гораздо больше детей. Светлана Епифанова, Глеб Печорских, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».